За последние 2 года во Владивостоке появилось 7 новых детских садов. Один из них расположен на улице Крыгина. Учреждение было построено в рамках национального проекта «Демография» и рассчитано на 120 малышей. Детский сад является самым современным в микрорайоне Гершельд. Сегодня в детском саду на Крыгина открыто и функционируют 2 группы для детей 2020 года. В работе находится еще 46 заявлений родителей, которые в настоящее время готовят справки, готовят документы для зачисления в дошкольно-образовательное учреждение. В детском саду дошколят встречают уютные просторные группы, музыкальные и спортивные залы, пищеблок работает на новейшем технологическом оборудовании. На территории для малышей предусмотрены игровые площадки. Соответственно, в этой части района вообще не было сада. Поэтому этот сад был просто необходим, потому что родителям приходилось детей возить вообще за пределы Гершельда. Особо важно для нас то, что это отдельно стоящее здание. Вокруг него очень много детских площадок. Все в детском саду новое, все новые игрушки, мебель. Новые детские сады находятся в быстро развивающихся районах, где потребность в дошкольных учреждениях постоянно растет. Хочется отметить, что в настоящее время в дошкольных учреждениях города Владивостока имеются свободные места для детей 2020 года рождения. Это детский сад на Черешковой, на Крыгина, на улице 3, на улице Мандельштама. Поэтому мы готовы принимать воспитанников в наши детские образовательные учреждения. Родители, которые желают записать ребенка в детский сад, могут обратиться за консультацией к специалистам городского управления образования. Анна Дьякова, Ирина Шилина, новости на 8.